не волнуйся. Я ведь просто перепутаю что-то, да, дядя? Очевидно уже, что это не теракт, а архитектурная ошибка. Ты чего хочешь-то? Посадить меня? Там такие бабки в пух иной. Вам никто не даст ареста. Можем так договориться? Нет. Ты что, бессмертный, Сереж? Ипотит вернулся. Нужны деньги, много денег. Я мент, я не бандит. Это все одно и то же. Цена этой полученной жизни слишком высока. Как ты его отпустил? Чего ты докопался до меня? Не надо от меня никогда ничего скрывать. Это вообще похоже на какую-то чертову сделку. Я перестал тебе верить, понял ты меня? Скоро. Вдруг будешь стрелять? Давай. «Шторм». Киносериал Бориса Хлебникова. Эксклюзивно на «Старт».